конкурс «Дети читают стихи». Меня зовут Кветкина Юля, мне 6 лет. Автор Татьяна Бокова, стишок называется «Светлое Рождество». Светлый праздник Рождества, нет счастливее торжества. День рождения Христова, над землей зажглась звезда. С той поры через столетия нам она, как солнце светит, согревает верой душу, чтобы мир был краше, лучше. Дарит искрам волшебства. Светлый праздник Рождества. Мир приходит в каждый дом, поздравляем с Рождеством!